Также ординаторам и студентам медицинских вузов, проходящим целевую подготовку для медорганизации региона, повысят стипендию. Ординаторам, если закон примут, выплачивать ежемесячную стипендию будут в размере 10 тысяч рублей. Студентам медицинских вузов по 3 тысячи рублей. А при условии сдачи промежуточной аттестации на оценке «отлично» или «хорошо» в размере 6 тысяч рублей. Кроме того, во время практики на территории Мурманской области начинающим медикам компенсируют проезд от места учебы за пределами региона к месту прохождения практики и обратно, а также аренду жилого помещения по договору. Заключившие договор студенты должны будут отработать на севере не менее 3 лет.